Каждый вид отходов и мусора должен иметь свое место сбора. Это известно всем, но, к сожалению, есть граждане, нарушающие закон. С такими борются сотрудники Госадмтехнадзора, которые организовывают и проводят операции под названием «Засада». Последняя такая операция прошла в Ленинском районе накануне. Сразу несколько экипажей патрулировали в разных точках района – в Булатниково, Видном, а также в Развилковском поселении. О результатах нам рассказал консультант территориального отдела номер 25 Управления Госадмтехнадзора Московской области Максим Шмелев. Нам удалось пресечь четырех нарушителей, которые сбрасывали грунт в неотведенных местах. То есть четыре грузовых самосвала мы остановили сегодня. Вот, и собственники транспортных средств были привлечены к административной ответственности. За такое правонарушение каждый заплатит штраф в размере 5000 рублей. Это физическое лицо. Что касается юридических лиц, здесь штраф составляет 300 тысяч рублей и выше. Каждый из пойманных в этот день, рассказывает Максим Шмелев, понимал, что нарушает закон. Реагируют, конечно, негативно, потому что никому не хочется расставаться с собственными средствами. Но, тем не менее, закон есть закон. Да, закон есть закон. И прошедшая операция была одной из многих. А это говорит о том, что борьба с нарушителями такого рода будет продолжаться.